вы учите в университете, да? Нет, мы школу заканчиваем. Школу заканчиваем. Значит, сколько вам лет? 16. 16. И какие у вас вообще перспективы на будущее? А что вы хотите делать со своей жизнью? Я хочу стать журналисткой, потому что мне очень нравится писать. Так. Вот, я веду свой дневник, мини-блог, и мне это очень нравится. Вообще, в дальнейшем будущем я бы хотела уехать за границу. За границу? Да. Мне очень нравится Польша. Так, а вы? Я еще точно не определилась. Наверное, я буду в сфере международного туризма. Вот, потому что люблю путешествовать, очень много путешествую, постоянно где-то в разъездах. И, ну вот, думала сразу начинать учиться в Беларуси, потом окончить, наверное, тоже в Польшу поеду. А в дальнейшем уже не знаю, или буду здесь жить и много путешествовать, либо просто поеду. Вот второй вопрос. Большинство молодежи, они собираются уехать из Беларуси, по-вашему? Или они хотят остаться здесь? По-моему, многие очень хотят уехать, однако, я не знаю, это, может, неправильно. Я знаю, что я бы хотела жить здесь, но при этом много очень путешествовать. Но как-то Беларусь — это все равно как дом. В любом случае, если куда-то уезжаешь, то хочется. По-моему, у нас очень красивая страна, и... Мне кажется, каждый, кто родился здесь, просто, ну, не то, что обязан ее любить, ее нельзя не любить. Просто именно образование я бы хотела получить за границей. И вот, значит, вот этот летом исполняется 20 лет президента. Вы будете праздновать? Не, наверное, нет. Почему? Я не знаю, как-то не думали просто об этом, наверное. Все понятно. И вот, может быть, последний вопрос. После событий в Украине вы боитесь, что, может быть, то же самое произойдет здесь, в Беларуси? Нет, вряд ли. Беларусь не такая страна. Мне кажется, что у нас такие люди, что не то чтобы никто не способен высказать свое мнение, но просто все предпочитают молчать.